Сегодня рано утром, дорогие друзья, в городе Томске на съемках нового клипа очень сильно пострадала всем известная российская рок-певица Земфира. Сейчас она находится в больнице с серьезной травмой головы. Что произошло на съемках клипа, пока неизвестно. На месте работают сотрудники полиции, выясняют, что же могло такого произойти, чтобы певица Земфира получила такую травму. Мы также проводим собственные расследования, пытаемся узнать как можно больше об этой всей трагедии, чтобы завтра рано утром суметь рассказать вам более подробнее, друзья, об этой всей трагедии. Поддержите, пожалуйста, наш канал, подписывайтесь на нас, жмите на колокольчик, а также поставьте лайк этому видео. Берегите себя, своих родных и близких, друзья, и пусть вам в жизни сопутствует удача.